Всем привет, друзья! Это вторая часть выпуска, где я буду звонить преподавателям с Авито и смотреть, чему они меня смогут научить. Перед просмотром поставь лайк и подпишись на канал. Также напиши в комментариях, как вам моя новая прическа. Смотрим видео. Давай, напиши сразу. Да, давай. Извини, пожалуйста, еще раз. У меня просто... Я сама в Калининграде живу, у меня большинство учеников с Калининграда. Я очень заработалась. Откуда? Забыла спросить. Рассказывай, чему хочешь научиться, почему сейчас, почему гитара... Может быть, есть какое-то прошлое, связанное с музыкой? Ну, я вообще играю, как бы, там несколько песен знаю. Так, просто улучшить, может, что-то новое выучить. Хорошо, что умеешь? Расскажи, чтобы я понимала, что мне рассказывать. Так, ну, я вот вчера учил там песню. Ну, я и классику играю, и там фингерстайлом могу немножко. Вот вчера учил Believer, знаешь, такую? И еще что-то... We don't talk anymore. Вот такую песню. Знакома? Нет, так вторую не знаю, первую, да. В общем, я фингерстайл не преподаю. Я считаю, что это прям вообще что-то великое. Ну давай, может, сыграю, попробую. Да, давай. Покажу, вот у меня тут есть акустика одна. Вот. Это красиво. Вот то, что я вчера учил, вот эту вторую песню. Вообще кайф. Ну там дальше еще есть часть, вот я ее не доучил как раз таки. Обалдеть. Не уверена, что у меня есть чему тебя научить, если ты так супер играешь. Правда, очень круто. И по ручкам все правильно, красиво. Ты сам учился? Ну и сам, и с преподавателем, и в интернете смотрел. Круто. На самом деле это розыгрыш был. Вот, на самом деле, я как бы, ну, я как раз и играю фингерстайлом, снимаю ролики на YouTube. Как, слышно хорошо? Нормально, меня слышно нормально. Так, я понял, вы начинающий, да? Ну, да, не, ну, я уже так немного играю, но я учил даже сам немножко песен. Ну, давайте начнем, наверное, с посадки все-таки. Вот, я вижу у вас посадка, ну, новичка. Вот. Вообще, я в последнее время поголовно замечаю, неправильно сидят, неправильно берут гитару, неправильная постановка рук. Вот. Давайте сейчас этим сначала займемся. Возьмите гитару, значит, в правую руку сначала. Так, правую руку. Теперь кладем ее на левую ногу. Вот так. На левую? Да, на левую ногу. Не-не-не, вот переверните, наоборот. Ну, у меня камера отражает, наверное, нет? В правую руку возьмите. Правую. Вот, и теперь на противоположную ногу кладете гитару. Вот сюда. Нет, наоборот, наоборот. Вот сюда. Нет. Переверните. Вот так? Да-да-да, да. Не, у меня все. Камера просто отражает. Отлично, не-не-не, все правильно, у вас получается. Басовые струны должны быть. Внизу, вот, тоненькие наверху. Вот, теперь все правильно. Так, басовые струны внизу должны быть? Да-да-да, да. А, понял. Вот, тоненькие наверху. Тоненькие наверху. Да, все отлично. Теперь постановка рук у нас. Так, постановка рук. Да, левая рука у нас кладется, так? Так, сейчас. Так, тоненькие наверху. Да-да-да. Угу. Кладете левую руку, но у вас нету розетки, выреза, да? Вот, у нас таким образом кисть должна располагаться напротив розетки, левая.
Вот. Соответственно, правая рука у нас на грифе. Угу. Вот. Также еще стал замечать, что неправильными пальцами играют. Вот. Обычно у нас как? Большой палец играет басовые, правильно, струны. Ну, это принято так делать. И, соответственно, остальные пальцы играют на тоненьких струнах. Угу. Вот. Это также неправильно. Нужно большим пальцем играть на тоненьких струнах, остальными пальцами на басах, потому что иначе нам будет неудобно. Угу. Как нам? Или вот так придется держать руку, да, или вот так вот. Угу. Будет неудобно. Вот. И, соответственно, вот эта постановка правильная. Угу. Вот, все отлично. Теперь давайте, может, покажете ваш уровень. Ну, я привык по-другому играть. Ну, это нехорошо, надо нам переучиваться. По-другому, ну, наоборот, как бы гитару. Не, вот так сейчас правильно удержится. Так должно быть. Друзья, кто хочет поучиться у меня игре на гитаре онлайн, то пишите в ВКонтакте или Инстаграме, ссылки в описании. А также не забудь поставить лайк этому видео. Безымянный палец на четвертую струну, извините. Безымянный палец на четвертую струну? Да, так. А Ох, струны брови. Снизу или сверху читать? Я вот не пойму немножко сейчас. А, ну, снизу. Ну, струны снизу так, читается. Раз, два, три, четыре. Да, безымянный палец на четвертую струну должен быть. Да. Вот, безымянный палец на четвертой струне. А средний тогда на какой? Средний палец на третьей струне. На третьей, да. Да. Раз, два, вот три. Так. А указательный? Вот видно? А указательный на какой? А указательный первый лад, пятая струна. Первый лад, пятая струна. Ну вот. Так, попробуем. А это мы какую песню учим? А, не, ну для начала аккорды изучим. У нас как бы вводный урок. Затем приступим к изучению каких-нибудь песен. Угу. Так. А, значит, теперь учимся играть какой-нибудь бой. Угу. Играть левой рукой. Чтобы нам играть бой, нам нужно... ну, вообще здесь играется по-разному. Я к этому как бы не принципиален. Можем держать пальцы вот так вот. Угу. Вот. Ну, я привык играть там... допустим, у нас указательный палец вниз, а вверх бьет уже большой палец. Mm-hmm. Можно, в принципе, их не отрывать и все время так. Mm-hmm. Вот так. Mm-hmm. У меня уже пальцы болят тут. Ну, понятно, это с непривычки так. Так, да. Сейчас, секундочку. Водички я все налил. Mm-hmm. Всохло. Угу. А почему мы так наоборот играем? Ну, обычно ж... Это правильная посадка. Это правильная посадка. Так лучше слышно. Так. Сейчас немножко сбился. Сейчас попробуем. А вам вот. Так удобно играть на левой руке? Да, это как бы нормальная посадка, я к ней привык. А правой вы не можете играть? Я не знаю даже, не пробовал. Ну просто то же самое я могу сыграть на правой, по идее. Играть, в принципе. Ну. Ну, странный у вас такой подход немножко. На левую руку. Басовые аккорды, но очень вся. Это не прикол, случайно, да? Потому что что-то как-то странно на левую руку. Это как-то, ну, серьезно. Слышите? Слышно? Да. Нет, почему странно? Почему? Нет. Обычно правильная посадка. Какая должна быть? Нет, ну это посадка для левшей. И тем более там струны нужно переставлять. Нет, как видите, играется неплохо, вроде бы. Но на правой этой руке лучше. Как вы все-таки умеете играть, да? А Владимирский централ я вам писал, типа вот то, что будем изучать или нет? Не, ну давайте сначала аккорды хотя бы научимся. Я просто вчера уже начал его изучать, кроме припева. Бой делать.
Ну так дальше изучайте после припева. А после припева там сложно. Припев там. Там дальше вот все завис. А припев, там что-то я смотрел там. Ну, как раз вы сейчас же припев и сыграли. Нет, это был куплет. А припев вот я не доучил, вот я поэтому и хотел позвонить и доучить дальше. А вы мне начали объяснять на левой руке там что-то там. Как это Daylight 3 поживает? Нормально? Нормально. Так, ты меня знаешь, получается? Да, знаю. Это что, Ovation? Нет, это не Ovation, это Flight. Похоже на Ovation, но Flight называется. Ютубер, что ли? Почему? Ну, просто когда я вижу, уже у меня был первый пацан, который ко мне пришел, он меня записывал на Ютуб, и я типа сразу заметил, что у него гитара Seagull, но ничего не сказал, я говорю, у тебя что, гитара Seagull? И типа, он говорит, ну типа да, такой, типа ничего такого. Потом оказалось, что он типа пишет эти видео, типа с реакциями учителей. Ну так и что скажешь, что хотел? Научиться играть на гитаре. Так ты умеешь, наверное, уже. Почему? Потому что у меня гитара крутая. Да я не знаю, крутая она или нет, но типа ты слишком уверенно выглядишь. Что значит уверенно? Ну давай поиграй, если играешь или не играешь. Ошибся. Так. Ну, а от меня ты что хочешь? Дальше, развитие. Ну, так найди хорошего преподавателя и ну вот, чтоб не сбивался, видел, я в конце сбился. Камон. Я работаю с начинающими людьми, которые приходят и говорят, я хочу начать играть. Ты играешь? У тебя... Ну, я, конечно, не скажу, я тебе не буду пи***ть, что ты там супер. Ну ты хорошо играешь, хорошо. Я не буду просто тебе льстить, что ты там не зазнавался, но ты же хорошо играешь. Ну... Ты сам все свои ошибки ты можешь исправить сам. Поэтому не надо мне тут рассказывать сказки, что ты типа хочешь, чтобы я тебе там помог. Я не буду тебе ничем помогать. Потому что ты сам себе можешь помочь. Если понравилось это видео, то поставь лайк, подпишись на канал и отправь это видео друзьям. Также подписывайся на все мои соцсети, Instagram, TikTok, группа ВК, на мою музыкальную группу The Light 3 и смотри вот эти вот предыдущие видео. Всем пока!